Пустая катушка одна. Надо узнать, при каком количестве имеющихся заполненных катушек можно после нескольких перемоток добиться того, чтобы каждая из них содержала ту же самую ленту, но заданную наперед. Молодец. Ответ действительно четное количество. Первая, вторая и пустая. Давайте делать так. Когда ленту мы перемотали, и она изменилась, соответственно, конец зеленый на красный, да, то давайте мы будем это обводить в кружочек. Итак, вначале у нас стоят в неправильном, в нежелательном для нас порядке первая лента, в нежелательном для нас порядке вторая лента, и ничего там, где пустая катушка. Пожалуйста, несколько операций. Не важно, сколько операций, кто сможет выйти и сделать. Со второй перематываем. Отлично. Со второй перематываем на пустую. Дальше. Потом с первой перематываем на вторую. Так, с первой перематываем на вторую. Вторую наматываем на первую. Вторую на первую. Непонятно зачем, но намотали. Наматываем первую на вторую на пустую. Слушайте, а вы решили задачу? Вы решили задачу для случая двух катушек. Но я могу для трех сказать вам. Вот. Это вы зря. Потому что как раз для трех и для любого ничего количества это сделать нельзя. И вот это нужно доказать. Оказывается, что для четного количества все легко. Разбиваем на такие пары, и для каждой пары делаем вот так. А вот для ничего это невозможно в принципе. Да. Да. Почему для нечетного количества катушек это сделать нельзя? Что все время одна будет оставаться на... Меня сейчас не интересует просто слова. Ребята, для решения математической задачи это должно быть некоторое решение. Убедительное рассуждение. Проблема в доказательстве. Огромная разница. Когда вас просят что-то сделать, как на первой части занятия, да, выразить там L0, там, L1, L2, L3 через там что-то, то решение задачи – это некоторая конструкция. Мы ее либо придумали, либо не придумали. Если не придумали, надо ее искать, и рано или поздно придумаем. А здесь ситуация совсем другая. Здесь ситуация доказательств. Ситуация абстрактного рассуждения. Вам дали 2017 катушек. Магнитофонных катушек у человека вообще-то должно было быть много. Потому что там объем был. Что? Да, почему? Потому что, например, взять одну и пустую, все время будет. Ага. Если взял одну и пустую, перемотал, изменилось красно-зеленый наоборот. Назад перемотал, да. С одной катушкой действительно много чуть не сделаешь. Но а вдруг, вот у вас есть 2017 катушек. Вы стали перематывать, и в результате получилось плохо. Когда у меня есть катушки, перематывая на катушку, а ее надо куда-то, это что-то, конечно, не может. Потому что красное на зеленое меняет.